Всем здорово. У Колымаги первый выезд. Как вы видите, она выехала, но все, это ее максимум. В общем, добрались мы до площадки, чтобы попробовать, понять. Взяли с собой шины, домкраты, инструмент, все как обычно. И что вы думаете? Правильно, у нее сдох бензонасос, ну, судя по всему. И предыстория к этому всему такая. Когда я говорил, что надо на Колымаге выехать, понять, что отвалится, мне все говорили: да что там отвалится? Пацаны, это для вас. Отвалилось то, что не должно было вообще отвалиться. Там был оригинальный насос Пирбург. Нормальный, хороший, свеженький, со свеженькой машины. Нифига не с этого старья. С хорошей производительностью. Блин, она на нем реально нормально ехала и везла. Мы ждем эвакуационный НИВАЗ, чтобы нас вернуть обратно на базу. Пока. По первым вот выездам на этой машине. Мне очень страшно. Очень страшно и очень непонятно, что с этим делать. Поэтому, пацаны, продаю. Ну, реально, нормально. Ёпта, вот это сервис. Короче, продаю. Ценник нормальный. Нормальный будет ценничек. Она, как вы видите, вся покрашена. На прекрасных 17-х полированных бойцах. Выглядит топчик. Я задолбался, если честно. Я за 2 месяца, вот вчера первый раз пришел домой в 7 вечера. Только потому, что я с 7 утра был в гараже, и как бы 12 часов, 7 вечера, там уже, в принципе, тебя можно выкидывать в мусорку. Всю машину не было жопы. У нее 4 двери и 2 крыла от другой машины. Бампер задний от другой машины. Губа передняя, ладно, она была в том году, но она была тоже развалена пополам, опять склеена, опять сделана. И вот это все было приварено, покрашено на улице. И вон какой результат, ё-моё. Просто был план. Как бы, если разбираем что-то, делаем, то еще где-нибудь веса подснять. Поэтому у нее теперь вообще хардкорные двери. Тут нету ничего. Здесь как бы оргстекло. В принципе, с ним было ехать нормально, но оно почему-то решило улететь. Как бы и ладно. Новая задняя подвесочка вся. Пришлось поменять рычаги, потому что за 2 года долбежа и 300 лет жизни и 1 000 000 пробега развалилось все. Поэтому пихнул я, значит, мы тут пихнули рычаги с донора. И вроде что-то работает. Ну, что-то, об что-то цепляет, и что, об что, пока не ясно. Как бы вот должны были быть тесты, но как бы вы поняли, да, что. Выхлоп двойной, жирнючий выхлоп, прикольный получился. И, кстати, не сильно-то и громко. Потому что по моим ощущениям, было раньше громче. Прекраснейший М60, по крайней мере, внешне прекраснейший. А что на практике, ну, пока непонятно. Ну, вы поняли, вот, до этого. Вот. Тут что у нас? Фильтр от Интегры, уменьшенный шкив, помпы уменьшенного диаметра, чтобы все это круче охлаждалось. Потому что мы остались также на вискомуфте, но добавилось охлаждение ГУРа. Там такой змеевичок, его особо не видно. Плюс еще в этом году я сделал сюда орошайку. То есть ты нажимаешь кнопочку в салоне, у тебя на радиаторы, ну, на радиатор моторы и на радиатор ГУРа льется водичка, быстро испаряется, все это быстро охлаждается, машинка тебе говорит: спасибо, братан, что ты это сделал. Поэтому мотор в целом прикольно, красиво, главное, что встала вот эта прекраснейшая крышечка, на нее прекраснейшая наклеечка. Трос газа от инжекторной восьмерки, он, конечно, длинноват получился, но зато удалось красиво замаскировать. То есть если мы внимательно посмотрим, ну, на мотор, когда там она где-нибудь будет стоять или что-нибудь еще, то тут видно, что ничего не видно. То есть у нее под этой крышкой спрятан разъем на мозги, ну вот на мотор, вся моторная коса. У нее спрятаны все плюсы, вся разводка плюсов, потому что у нее сейчас временных, я думаю, так, наверное, и оставим. У нее сделано типа, что ты можешь стартером из замка зажигания завестись, из кнопки. Почему? Потому что как на замка иногда некорректно работает. Я не знаю, на самом деле, с чем это связано. Вначале была проблема со стартером, но как бы стартер сейчас потом поменялся. Вот. И она то заводится, то не заводится. Поэтому... А с кнопки заводится на постоянку всегда, и все как бы хорошо. То есть либо замок косячный, либо разъем, с которого, ну, куда подается как бы пятачка с зажигания, косячный. Не знаю. Не стал как бы я лезть разбираться, расплетать проводку, потому что проще было просто сделать кнопочку. Один фиг, она и так нужна. Это сильно удобнее, это сильно проще. Поэтому удалось спрятать под эту крышку просто все. И трос газа, и все плюсы, и все разъемы, и клапан холостого хода, и тросик. Вот тут только петелечка торчит, потому что пришлось тросик укорачивать. Крышечка на самом деле это с E38, 760.
потому что 34-ю купить невозможно, а это она была чуть больше, она была подрезана, и она вообще встала даже, если честно, круче, чем заводские 34-е. Ну и так как на этой машине не было по заводу V8, тут пришлось убирать вакуум, переносить бачок Гура со шлангами Гура, просто вообще мазафака полная, потому что что-то тут ничего не встает. Из всего того, что у меня было в гараже, там, 5 комплектов, мы что-то одно собрали. Но Гур на самом деле работает нормально. Он единственное, пока с какого-то одного банджи-болта подтекает, там либо прокладочка, ну это ладно, это мелочи, это как обычно все, Гур. Если у BMW не течет Гур, значит там кончилось масло. Сегодня еще вот ручничок пихнули опять, новый цилиндрик, потому что... А, ну и когда прокачивали сцепление, просто цилиндр сцепления выплюнулся в колокол, все было в тормозухе, пришлось мыть вот это все сцепление, цилиндра нет, вот заказал ремкомплект, пока ремкомплект идет, пришлось пихнуть свой резервный. Думал его оставить здесь, но вчера посмотрел на него ценничек. Вот и наша эвакуация. Вчера посмотрел на него ценничек. 58 тысяч рублей этот стоит цилиндрик. Ну, это опять же, это ценники вот эти вот нарисованные. Ну, ладно, в нормальное время было бы 22. Все равно много. Вот. Поэтому пока первые тесты так. А там посмотрим. Ну, мне пока нравится, как все выглядит и как все ломается. А он должно ломаться. Если оно не будет ломаться, это уже будет не то, это будет скучно. Мы поняли. Ну, подъезжай сюда. Еще. Хара. Ключи дай. Спасибо. Че? Че? Я на кей дергать, я нахуй попал в гараж, выезжал. А он еще... Ты, блядь. Ну он еще когда холодный, там, да, там... Пизду, блядь. Я нахуй просто на месте стою, меня вот так устрелил, блядь. О, фистик. Тут такие шины, ручник ее не останавливает вообще. Тут надо двумя ногами давить на тормоз, третьей ногой на ручник, а четвертая единая молиться, бля, просто сразу. Бля, бойцы красивые, пипец, но вот, ну неудобные, реально неудобные, это мрак какой-то. Сколько там крутить? Спасибо. Не, так они, кстати, не отвалились, то есть... Ты как-то вот едешь, оно как-то все вибрирует. А когда газ нажимаешь, когда там еще начинает мотор вибрировать, там в принципе, ну выхлоп точнее, там в принципе уже ни хрена непонятно. Как бы, а когда непонятно, оно же сразу и не страшно. Тебя просто все вот так вот косоебит и такой, дрифт, это весело. Тебе ничего не надо, ни ключи, ни бабычи. Нет. Руль лютый, поэтому пока я не буду ехать, ты его особо не крути. И сильно прям в крае не выкручу, потому что мы на заварке, мы, блядь, не вас в узел свернем. Вот, плюс ручник. Ну, ручник попробуешь по пути где-нибудь, и можешь, чисто понял, я тебе буду... Короче, и мои жесты. Когда я машу вот так вниз, значит, тормози меня. Когда машу большой палец, значит, кайф, отпускай, я еду дальше. Вот. А, ручничком, соответственно, будем ехать, попробуй аккуратненько, тоже все резко. Тормоза очень плавные, поэтому их давишь, пока не это. А ручник он такой, он типа вначале ничего, а потом сразу. Поэтому, в принципе, все, это весь инструктаж. Я включаю аварийку, у тебя все равно ничего не светится. Может, он сейчас не отвлекся на тебя и не врезался куда-нибудь. Че, вот так вот выглядит на самом деле это дрифт в 90% времени. Ну реально, вы постоянно куда-то везете, что-то эвакуируете и что-то тащите. Но проблема, что я сейчас тащу сам же свою же машину. Это редкость. Но это не мой выбор. Это выбор самурая, он же Игорь.
Hill, yeah. Know what I'm saying? Ну, подъезжаем мы как раз пока здесь. Тут колымага сломалась, пытаемся доехать до гаража. Давай, ага. Все, давай, ага. Ворачивай руль влево. Ну, почти около гаража бампер. Карлик. Не затормозил вовремя, он просто на колымаге решил поехать. Не затормозил вовремя и оторвал бампер. Ну, собственно, вот вы все как бы и видите. Это вот обычно так все и... Ёп-ёп-ёп. Ага. Происходит. Как бы это норма, это жизнь. И никуда от этого не деться. Благо, он там был закреплен так бампер, что... Ну, вот это вот я подошел просто к машине, все. Я даже ничего не успел-то особо сделать. Это была чистая машина, у которой было все помыто и покрашено. Здорово. Один выезд. Поэтому сейчас доехать бы, дотащиться. Налить чая. Просто себе налить чая. Потому что иначе это невозможно. Wow, 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 yippee-yo, yippee-yay, death rolls in the motherfucking house.